Всем привет, друзья! Меня зовут Кирилл, и вы на канале ItWelp. И добро пожаловать на мой новый видеоролик. И сегодня на мой канал придет новая игра под названием Мистер Мид. Да, раньше эта игра была Психопат Хант, неважно, но сегодня она обновилась до версии 1.3.0. А еще она залагала. И давайте начнем играть. В опциях у нас ничего нового не появилось. Над игрой работали. Разработчики Киплириенс, Calypso Games, перевод Топси, Педро Геймер, Леон. Господи, перевод как много. А, ну это, наверное, на разные языки. Тут есть языки разные, ну, смотрите, уже как много, английский, русский, португальский, еще какой-то непонятный, испанский, дочь немецкий, польский, наверное. Так, все. Кровь есть, можно отключить. Давайте отключим, чтобы не мешалось нам тут играть. Так, призрак. Тут они писали, как бы в описании к игре, что новое обновление, написали, что тут много кинематики новой добавилось, новая начальная сцена, новая концовка смерти, новая концовка смерти мы не будем смотреть, потому что, ну, я думаю, YouTube за такое может видео забанить. Хотя, ладно, неважно, там, ну, не очень так вот приемлемые вещи. Короче, не важно, если захотите, я сниму. Ну, в принципе, что вы сами можете скачать и посмотреть. Просто сегодня посмотрим, что-то добавили, и вот такая вот новая игра на канал добавляется. Экстра-замки мы не будем включать. Разыскивается за вознаграждение. В этой местности пропала девушка, Эмилия Кларк. 28 лет, брюнетка. Последний раз ее видели на территории мясника мистера Мита. Требуется профессионализм и внимательность. Играть. Новая начальная сцена. Теперь мы приезжаем сюда на машине. Вот ее фотография. Новая местность. Видите, улица. Сейчас интересный момент с вами посмотрим. Когда я исследовал игру, когда я только обновил. Раскрывается дверь, у нас появляется дробовик в руках. И, в принципе, давайте сейчас попробуем, как я выходил, выйти наружу. Это тут можно сделать. Так как мне тут, кажется, сделали такую же штуку, как и в... Ух ты, луна тут, я ее только что заметил. Как в монахине, то есть теперь мы забираемся на вот на возвышенности лучше. С помощью этого мы с вами вот тут вот где-то вот темно, яркость надо повыше сделать, потому что мы с низкой яркостью тут вообще фигово играть. Вот я забрался, мы с вами по забору идем, сейчас выберемся. Оп, мы на улице. Я потом смог попасть обратно, не знаю, получится ли это сейчас. Тут у нас стоит тачка такая вот интересная. Там у нас фотография. Тачку видим без стекла. Подлагивание есть, тут лампы вот такие вот. Луна, дорога. Дорога вот тут обрывается, тут у нас начинаются такие вот баги. Тут дворик появился. Концовка, кстати, угарная. Мы попробуем пройти игру сегодня. Я ее уже проходил. Тут у нас ларек с мясом такой вот. Здрасте. Мяско продаем. Дробовик продаем. Нет, дробовик не будем продавать, потому что с помощью дробовика нам нужно будет попасть в дом. Посмотреть, как тут, какая тут большая дорога. Нет, она небольшая. Тут какие-то стоят вышки. Для чего они нужны? Непонятно. Кажется, что эта игра не от разработчиков Монахини. Прям вот почему-то так кажется. Ладно, неважно, давайте. О, а мы можем попасть обратно?
Видимо, можем. Нет, не можем. А, можем. А, вот так вот легко, ребятки, можно попасть обратно. Мы с вами попали обратно. Вы скажете, как пройти в дом? Потому что дверь не открывается. Там внутри стоит засов. Мы с вами идем вот сюда. У нас бочка какая-то стоит непонятная, большая. Думаю, надо пойти. Тут у нас подлахивание из моего слабого устройства. Низкое, низкое. Размер джойстика, прозрачность интерфейска, Размер джойстика. Насколько его можно сделать большим? Ядрёный батон. Это что большой такой? О! Кому-то такой будет в самый раз. Ладно. Так, тут какой-то сарай закрытый. Тут непонятное. Вот это вот, мне кажется, это гараж. Почему-то мне так вот кажется, что это гараж у нас. В который мы сможем скоро, наверное, попасть. Потом тут будет концовка с машиной. Хотя не знаю, но тут... игра будет хорошая, я думаю, будущее, как с монахиней. Потому что игра уже, смотрите, какая прикольная. Как попасть? Нам надо выстрелить по дверной ручке. Потому что дверь закрыта. Мы... так, оп, все, ручки нету. Мы прошли знакомую местность. Давайте проходить игру. Дурак. Потом мы с вами еще попробуем. Ладно, нет, все-таки мы не будем. Чуть я запутался. Свалим. Я ее уже проходил, смотрел концовку. Угарная. Да, концовочка угарная. Так, сейчас берем. В принципе, нам больше не понадобится. Посмотрим, что у нас тут. Ничего. У нас не светит уже, включит машину. Пошлите, откроем машину. Ну. Замечательно. Так. Блин. А. Больше нам не понадобится. Так, тут у нас ничего нету. Тут у нас ничего нету. Ничего нету. Ничего нету. Посмотрим, есть тут. Да, есть щипцы. Так, сейчас раз. Два. Потом посмотрим, на кухне есть у нас что-нибудь. Да, есть у нас. Ох, какой хороший спан. Вообще прилично. Скорее всего, в этом спавне молоток лежит на шкафчике. Либо он лежит на ТНТ. Ладно, сейчас посмотрим. Смотрите, как хорошо теперь персонаж разбирается на возвышенности. Так, молоточек сначала вот тут вот. Посмотрим, да, он вот тут. Разбиваем зеркало и ищем код. Код. Вот он код. Близко очень. Ну все. Берем ключенцей. Неужто мы прошли так быстро? Замечательно. Давайте пройдем. Ах! Да, вот оказывается. Я уже как раз про это забыл. Надо эту дверь открыть. Ой, это что такое? Как-то обратно. А. То есть я не понял, мы что, можем обратно закрыть дверь? Рили, мы можем обратно закрыть дверь.
Это прикольно, кстати. Ну и эта дверь прикольно, куда она ведет. На улицу. Приведенный режим призрака. О, бомба показывает рекламу. Нам не будет на показ, потому что я отключил интернет. Давайте перед тем, как проходить игру, еще. Ладно, мы потом еще вернемся сюда. Давайте проходить. Ну, в принципе, я как бы и так. Оп, в принципе. Ничего пока нового. Ну, разве что нас раньше подальше относили, когда дверь открывалась. Наш взор. Вот мы выносим. Там у нас мясник стоит в другом месте немного. Ну и все, и тут начинается новая сцена. Типа, мы там вот так. И машина уезжает. Смотрите, сейчас будет важный момент. Так, он такой стоит. Оп. Ну, вообще, прикольно у них получилось очень обновление. Конец. Поздравляем, вам удалось пройти игру. Тем не менее, мы будем продолжать совершенствовать ее и добавлять новый контент. Если вам понравилось, поставьте нам свою оценку, нажав на следующую кнопку. Не сейчас. Давайте попробуем пройти на экстра замках. На призраке. Не хочу на других режимах пока проходить. Ну, тут сама игра все быстрее загружается, чем в Монахине. Я не знаю почему. Может, из-за того, что локация пока небольшая. Здрасте. Видите, тут просто так нельзя потратить дробовик. Интересно, как можно попасть в дом без дробовика? Ну ладно, мы... О! Это как это так? Я просто сюда вот, ребятки, пошел. Вот так вот. Фу, как это у меня получилось? Знаете, вот так вот шел. Ой, оп. Они вот такой вот запор неровный сделали. Вот из-за этого можно выбраться наружу. Окей, давайте. Еще проще, ребятки, можно забраться. А, нет, тут. Во. Короче, идете сюда. Вот сюда. Вот так вот. Оп. Потом идете по полку. Блин, не получилось. Короче, ребятки, тут можно выбраться. Легко. Сейчас мы выберемся. Все, я выбрался. Мы можем на столб залезть? Нет, на столб мы не можем залезть. Окей, мы выбрались. Так, мы тут уже с вами были. В смысле? Машина прозрачная? Вы... Здесь разработчики поправят. Ну не делал машину прозрачную делать. Я в багажнике сижу. Смотри, тут все так детализировано. Я маленький ребенок, сижу в машинке. Жду папа. Так, ладно. Тут у нас нет вышек, а тут у нас вообще какая-то земля стала. Теперь... И тут перестали звуки. Вот, смотрите, тут как бы люп, черта.
Странно. Все, тут тоже перестали звуки быть. Ух ты, посмотрите, это что? Плохо видно вообще. Это дверь? Это не дверь. Похоже на дверь очень. Тут у нас, ребятки, еще дорожка идет, а тут... За... На кухне как будто какая-то дверь находится. Ладно, неважно. Тут мы, скорее всего, проваливаемся под карту. Можно попасть в дом как-нибудь? Пожалуйста, пропустите меня, я хочу... Давай! Ой! Я вернулся снова в родной край. Так, выпустите меня отсюда. Оп! Думаю, я не выберусь. Эх, тут ничего интересного нет, и в сарай никак не попасть в этот. Дерево стоит большое, без листьев. Окно вот это вот. Две двери, зачем? Почему? Для чего? Как еще спрашивали некоторые, а там можно будет ходить? Как бы, это с одной стороны и можно ходить, но с другой нет, потому что мы это видим, но мы не можем ходить. Просто без багов. Чтобы просто вот так вот взять и типа... Блин. Вот так вот выбрались. Ну, тут вот вещи все, они... Осязаемые. Столбы неосязаемые, оказывается. Через них можно сквозь проходить. Ну, в принципе, мне кажется, если я вот так вот сделаю, никто даже не поймет, что это за игра. Либо вот так вот, но тут не будет видно луны. А вот так вот видно луну. И сейчас я еще вот так вот сделаю. Идеально вообще. Либо вот так вот сделаю. Нет, так вот, ну, я думаю, многие поймут, если я так сделаю. Ой, меня притянуло. Ой, ой, блин. Дробовичок тут он остался там мой валяться. Надо выходить быстрее отсюда. Блин. Легко выбрался. Скорее всего, буду вот тут, вот это вот вставлять. Вот так вот даже. Блин, надпись дебильная на экране. Ну, в принципе, вот такой-то обзорчик сегодня был. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Кирилл, канал Звел. Подождите, не уходите. Смотрите, какое большое поле вообще. Оно все прозрачное. Тут мы проваливаемся. Больше ничего не видно. Луну видно. Небо такое вообще прикольно по сравнению с монашкой. Ну ладно, ребятки, всем удачи и пока-пока.